выяснилось-то, времена рыцарей и степных воинов не закончились. В столице скрестили оружие воины разных эпох и национальностей. Мастера по историческому бою со всех уголков нашей страны и даже гости из соседнего Кыргызстана в течение 2 дней состязались в своем искусстве. Цель соревнования, говорят организаторы, отобрать лучших бойцов. Именно они будут представлять нашу страну на чемпионате мира в следующем году. Сегодня здесь происходит отборочный тур на мировой турнир, на битву наций, где собираются представители 22 стран, на сегодняшний день уже больше, это было в прошлом году, которые встречаются между собой и выступают в номинации «Историческое фехтование» и «Исторический средневековый бой».